Привет, с вами RobotLev, мы продолжаем проходить Skyrim. Вы можете заметить, что я сейчас не в Винхельме, я по-другому одет, и что вообще произошло. Так как у нас не было никаких срочных квестов, я решил за кадром поиграть и поделать всякую скучную фигню. Там, например, выполнил квест из доски объявлений, зачаровал себе шмот новый, который я сам себе сделал, заточил там все, прокачался и тому подобное. В общем, вещи, для которых в нормальной серии места нет. Из важного и интересного это волчья броня, которая теперь примерно как орочья по защите. И также эбонитовые сапоги я нашел, пока играл. Я не знаю, что с рандомом в этом, скорее всего, Скайри виноват. Но я вообще не против. Они тем более еще от шока электричество защищают на 60% аж. Что, конечно, очень ситуационно, но все-таки эбонит. Круто. Где мой старый шмот? Ну, как вам сказать? Все как обычно. Далите. И также, пока я играл, я потерял плотву. То есть она просто взяла и исчезла. И больше не появлялась. Поэтому я купил себе новую и установил мод, который, по сути, улучшает лошадей и все, что с ними связано. Теперь она не должна ни умирать, ни теряться. Примерно никогда. Ладно, Фаркас, дай мне задание. Некоторые думают, я дурак. Они получают в рыло. Но ты мне нравишься. А кто получает задание? Почему у тебя нет... Думаю, надо бы мне этого еще диалога? Позаниматься. Вилкас, нет, ни за что. Я тебя даже спрашивать не буду. Только ты даешь, что ли, Эйла? Нападение на головореза в Серебряной руке. Твоя работа? Наша. Хотела бы я там быть с тобой. Окей, у тебя проблемы с памятью. Ты дашь мне задание или нет? Серебряная рука рыщет по всему миру в поисках обломков в Утрат. Одна из групп прячется в Винтерхолде. А это ж далеко. Верни его ради нашей общей славы. Это даже дальше, чем Истмар. Эйла, чё? Не учишься на ошибках Вилкаса? Я ж тебя тоже игнорить буду, только у Фаркаса буду спрашивать. А на самом деле это по пути. Но я бы не сказал, что это Винтерхолд. Это скорее область Донстара, я не помню, как это называется. Но у нас тут квест Стража Рассвета, и тут мейн-квест. И я думаю, я пойду сначала сюда, потом сюда, потом сюда, и потом в Солитюд. Ну, не так уж и далеко будет. Ей, теперь плотва у нас круто выглядит. Это скин Стража Рассвета. И теперь у Лидии тоже есть своя плотва. Если вы это слышите. Ну, сейчас она должна приехать. Уи-у-у. И ее плотва тоже хорошо выглядит. Ах да, еще она быстрее. Это очень круто. Это та башня со стражниками? И бандитами? Ну-ка. Они тут обычно воюют. Да, похоже на то. Плотва, нет. Не блочь меня. Ты стражника убила. Ну и что ты блочишь тут? Это тебе не помогло. Совсем. Ты бандит? Ну да. Я тебя закопаю. О да, физика. Моя булава настолько крутая, что она отрубает головы. О, это же Цицерон. Здравствуйте. Ай, горе, злосчастье, застрял тут. Я вез мою бедную любимую маму, но не ее, ее труп. Она совсем мертвая. Иди на ферму. Ферму Лорея. Вот там она, в стороне от дороги. Поговори с Лореем, у него есть инструменты. Он может мне помочь, но не хочет, отказывается. А зачем нам к нему идти? У меня есть идея получше. А ну работай, работай. Давай, чинись. Чинись, куда ты должно? Вот сюда? Вот здесь должно быть? Давай, чинись. Ты чувак, хочу, помоги ему починить колесо, я слишком гуманитарий. Ой, то есть маг. Этот Цицерон? А новенького ничего не расскажешь? Этот псих меня уже 5 раз просил. Вроде не нравится ему мой ответ. Да что же он нам покою-то не дает? Но ты не в силах устоять перед моим красноречием. Что? Да кто ты вообще, клянусь Марой? А?
Приходишь сюда, командуешь, и зачем? Чтобы помочь дураку? Красноречие. Слушай, я... Верно, твоя правда. Может, он чокнутый, а может и нет. Но ему и вправду нужна помощь. Все готово. Что? Что? Согласился? О, счастье, Цицерон так рад! Так рад! Окей, и за это дали кучу опыта, потому что это как бы квест Темного Братства. Неплохо. Да, отъехали немного от Вайтран, называется сразу же тролли. Но у нас плотва боевая. О, Лидия! Да, Лидия, бей. Это офигенный мод. Теперь Лидия тоже может... Ой-ой-ой. Так, вот это вот надо отключить. Я не хочу лутать все подряд. Какого фига тут все так ярко, господи. Какая настройка за это отвечает? О, пауки, зашибись. Ну вот сейчас проверим, отключил я это или сделал что-то не то. На. Лидия, вперед. Ну блин, у меня пулава как бы морозная. Я ее зачаровал. А, да, все готово. Все отключилось. И тут всякие ледяные тролли, ледяные пауки морозные. Против них она, естественно, работает не очень хорошо. Но это единственное зачарование, которое у меня было на данный момент. И вон этот форт, я так понимаю. Ну, вроде бы с этим модом не обязательно оставлять плотву далеко, потому что она должна убегать в бою. И, в принципе, убить ее нельзя. Но пока что у меня это привычка. Но отсюда я с арбалета по ним не попаду. Но! У меня есть лук. С прицелом. Но с луком, видимо, я тоже не попаду. А, нет, он. Чуваки! Я иду. Блин, арбалеты. Арбалеты это плохо. Где ты? Долбанный арбалет. Иди отсюда. Окей, у меня какой-то баг. Я всегда делал атаку с разбега. На! Таким как ты! Здесь нет места! Лидия, молодец. Еще остался кто-то? Нет. Хорошо. Ку-ку. Босс дома? Да, он дома. Блин, и в хорошей броне. И мои силовые атаки сбивает. Плохой босс. Ой, еще и зачарованный секирой. Но моя бронебойная булава сделала свое дело. Хм, Лидия, ты хочешь пластинчатую броню? Да, Лидия, хочешь пластинчатую броню. Но ноги все равно волчьи, потому что они лучше. Окей, и лут говно. Мне показалось, или я слышал дракона? Ну, я его точно не видел. Окей. И теперь мне не нужно телепортироваться, чтобы искать плотву. Я могу просто сделать так. И плотва телепортируется сама. Замечательно. Что? В чем мне было сомнений? Кто-то бежит. Ассасин, зашибись. Но, чувак, ты пытался. Это все, что я могу сказать. Ах, да, и также я на плотву могу складывать лут. И это вообще зашибись. Так, что это за домик? Кажется, я знаю, что это за домик. Это зал дозора, на который напали вампиры. Я не знаю, что это триггерит, но если прийти сюда до какого-то момента, то тут все будет в нормальном состоянии. Но зато тут куча хорошего лута. Окей, и это должна быть крипта ночной пустоты. Или еще нет? Вот это она. Ну давайте проверим, что тут творится. Здравствуйте, меня послала Стража Рассвета с заданиями... С заданием стрелять вампиром в лицо. Тут есть вампиры? Да, тут есть вампиры.
И к собачке. Собачек тоже можно. В смысле, я тебя убил, а ты уже встаешь? А ну спать. И ты тоже. Теперь ты поплатишь. А. Какой мощный у меня арбалет все-таки. Лидия, давай ты ее догонишь. И убьешь. Когда-нибудь. Нет, чувак, который один пошел убивать всех вампиров. Только я так умею, наркоман. Лидия, ты ее убьешь когда-нибудь, нет? Теперь ты поплатишься. Да. Берегись. Лидия не только не может ее убить, так еще и мне мешает. Ку-ку, кто-нибудь встанет? Нет? Ну, ладно, я слежу за тобой. Да, и Лидия тоже. Люди, есть кто-нибудь дома? Есть не люди. Ну, тоже сойдет. Не было сомнений. И вампиры. О, имба-щит. На самом деле нет. Дохлые драугры. Это мне не очень нравится. Но все-таки чуть больше, чем живые. Так что не буду жаловаться. О, а вот и живые. Вампиры, идите нафиг. В принципе, у них более-менее равные шансы. Лидия, ты чё стоишь? Лидия, там враги. Ой, неужели? Или ты ждала, пока они друг друга убьют? Ну, хорошо, ладно, прощаю. О, это что за коридор такой? Коридор с врагом. У которого шансов очень мало. Ну, ладно, бессмысленность. Это что за коридор? С лутом. И еще с лутом. Фус! Фус? Да, фус работает. Но не полностью, ладно. А это что за проход? Мастер. Зашибись. Адепт школы восстановления. Ну, даже не знаю. Ожерелье рыцаря? Какого мне сейчас? А сейчас у меня никакое, зашибись. Ладно, будет рыцаря. Кто-нибудь тут есть? Да. Вы чё такие мощные? Вы же скелеты. У меня булава крутая. Ну уж, давай. Я могу тебя станить почти вечно. Лидия, давай. Блин. Одна Лидия, возможно, не справится, поэтому я ей помогу. Ну, как минимум, это будет быстрее. Что-то не так. Что не так? Я выпью твой, и я тебя найду. Ну, ты меня уже нашла. Ты пыталась. Это я только так могу прятаться. Но только на другом версии. В тупике. Здравствуйте. Блин, моя морозная булава плохо работает против вампиров. К сожалению. Но что поделать. Повсюду мертвые пауки. Какого фига? Чем они вам мешали? Ну, наверное, тем же самым, что и мне. Мешали. Ладно, вампиры оправданы. Наполовину. Еда сама. Вот ты. Еда? А, вы их едите? Ну, ладно. Вампиры, которые едят пауков. Моя клятва Стендару сильнее, чем любые страдания, которые ты заставишь меня вынести. Кто там еще болтает? Еда. Ты смеешь мне мешать? Да не только мешать, я тебя еще и убью. Бей! Скоро бей его! Блин! Он почти убежал. Где он? Лидия, я ты его видишь? А, вот где. Брысь.
Вау, тихо. Нельзя. Лидия, бейся. Вампир вообще избегает воздействия? А, физика, ладно. Ну, это трал. То есть, мой урон холодом вообще их не дамажит. Блин, я думал, хотя бы часть проходит. Оу, что тут происходит? И почему тут так темно? Наверное, потому что света нет. Логично. Очень подозрительная кнопка. Вся красная, похожа на кровь. Лидия, нажимай. Лидия. Я тебя прикрою. Да, Тан? В чем дело? Дело в кнопке. Да, вы там? Действуй. Ладно, понятно. Я ждать, что ли, нажал? Давай, используй. Ладно, понятно. Понятно, ну так действуй. Ладно, ну же. Понятно. А, Лидия, что ты безнадежна. Еще? Да, может быть, не надо? Я могу как-нибудь так ее нажать? Нет? А, ладно. Ау, вот я так и знал. Ты мне перчатку испортила, кнопка. Рука-то заживет, я могу просто вот так вот сделать. И все нормально. Но перчатка, ее чинить надо. И еще у меня вопрос. Чем ты меня обколола, то что я такое начал видеть? Ну, я могу толкать жаровню. Это моя мечта с детства. Вау, и они из меня что-то поглощают, зашибись. Что может быть круче, чем толкать жаровни? Наверное, толкать светящиеся жаровни. Я сейчас дьявола вызову? Или что? Оу, да, похоже на то. Лидия, сейчас будет босс. Босс это монолит. Ладно, дьявол, выходи. Ну, почти, дьявол. Близко. А где те, кто тебя послал? Далеко. Ожидала кого-то, кто такой, как я. Ну, я их всех перевел. Вампир, да. Недолюбливают вампиров, да? Ну, самую чуточку. Вот, слушай, убьешь меня, просто убьешь одного вампира. Но раз за мной охотятся, значит происходит что-то более серьезное. Кто за тобой охотится? Я могу помочь тебе узнать, в чем дело. Сразу помочь, да? Через 3 секунды после того, как ты меня увидела? Моя семья жила на острове к западу от Солитюда. Интересно, там ли они еще? Кстати, меня зовут Сирана. Приятно познакомиться. Да, интересное у тебя двуручное оружие. Да, свиток. И он мой. Где ты его достала? Это довольно сложно. Я не могу об этом говорить. Прости. Какой-то секретный квест? Я так понимаю, лут таскать ты не будешь. Лучше держи свои вещи при себе, а я буду держать свои. Ну окей, ты не плотва. И уходить ты тоже ты не собираешься. Пойдешь? Ты не можешь меня просто взять и бросить, когда захочется. Нравится тебе это или нет, я иду с тобой. Ну, знаешь, в этом есть свои плюсы. Да, Лидия? Кто там? Кто там? Я никого не вижу. О, я так и знал, что эти статуи необычные. Рысь! Умри, плохая Гуркуля. А Гаргулья... По ним вроде урон наносится. Холодом. Кажется, это правильная дорога. Я было начала волноваться. Откуда ты знаешь, что это правильная дорога? Опа, спел. Да, некроманское лечение. Обычное на вампиров и нежить не работает. А это работает. Тут есть кто-нибудь дома? Ку-ку. Кто-нибудь? О, лук есть. Рычаг. Рядом с кучей саркофагов. А, ладно. Веселье. Кто там? Драугры, кто еще? Так, тихо-тихо. Не уезжай. Ой, Лидия, молодец.
О, тихо-тихо. Кто там? Мои фраги не забирай. Скелеты. Чё вы тут забыли? Почему вы снова такие жесткие? Все? Все кончились? Здесь. О, господи. Это. Будь осторожнее. У какой нас огромный зал. И как нифига не видно. О, здрасте. Кто там? Скелет в полной броне не настолько толстый, как скелет без брони. Логика. Йоль. Так. Блин. Вставай. Там кто-то мощный. Видимо, настоящий дьявол. Ой-ой-ой-ой. Мое ХП. Где ты? Это один такой крик столько снес. Ну вот. Оверлорд смерти, зашибись. Придется, я тебя убью. Умри. Блин, я... Почему я кричать не могу? А, в принципе, уже не надо. Ну, а тебя разве что. Кто еще в меня стреляет из лука? Ты! Брысь. Ух ты! На этом оверлорде эбонитовый топор. И он хуже моей стальной булавы. Но если бы это была булава, то я бы, наверное, ее заюзал. Но топорами я уже не пользуюсь. Хм. Интересный щит. Ну, я даже не знаю. Ну, давайте попробуем. А еще я слышу стену. А еще я, возможно, вижу стену. Да. Гин? Или что это? Высасывание. Поехали отсюда. Оу, тут ночь. Как хорошо снова дышать. Поехали обратно. Потрясающе. Я хочу просто переночевать в тепле. Блин, а мой... моя палатка в лошади, нужно ее призвать. Что за... Сирана. Что это такое? Я прямо за тобой. Лидия, это прямо за мной. Что вот это вот такое? Ты ж пол Скайрима напугаешь. Господи. А ну ты, изыди. Не делай так больше, ладно? Так как я внутри пещеры, я не должен замерзнуть, но если тут есть, да, огонь, то я думаю, я поставлю палатку тут. Рядом с зажаренными трупами, да. Отличное место. Ладно, поехали. Сирана, я же тебе сказал больше... О, господи. А, теперь нам надо как-то спуститься. Весело. Нормально, плотва, давай. Ты сможешь, физика. Физика, да, давай, спускайся. Осторожно, не падай. Хорошо, хорошо. Все, замечательно. Мы приехали в болото. Чудно. Люди, тут есть кто-нибудь? Да, есть. Вот ты где. И это маг. А ну, иди отсюда. Окей, ладно, я не против. Ну, посмотрим, что эти седобородые для меня приготовили. Там уже кто-то воюет. Эти что значит, без меня веселитесь, да? Тупее, чем аргониане. Какие аргониане? Ай, тихо, не бейте меня, ай-яй-яй. Новый уровень. Здоровье 0. Как я живу? Или меня добивают в этот момент? Ладно, ману. Тихо, тихо, ты с киркой. Крутой. Кирка такое мощное оружие? Ну ладно, раз они с кем-то воюют... Почему бы не дать им повоевать? Эти твои дрелы тупее, чем аргониане в метели. Не стесняйся взять кирку и помочь. Предпочитаю не опускаться до ручного труда. В кого они стреляют? Ха, безвольный сброд. Почти бесполезно даже мертвыми. На! А ты еще откуда? Сирана, фас. Или я тоже. Все фас.
На. Сирана, ты его подняла? Господи, нельзя. Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться. Он меня будет атаковать. Седобородые приготовили мне некромантов? Как-то странно. Все равно хватит всех возрождать. Кого убить? А, вот тебя, наверное. Воу-воу, нифига себе, вас тут сколько. Кстати, у меня есть перк, который ускоряет мои атаки, если у меня спелл в левой руке, либо совсем ничего. На 25% вроде бы. Так что без щита мне драться немного эффективнее в каком-то смысле, но с другой стороны щит тоже помогает. Это потайная дверь? Ну нифига себе. Уиу, сундук с... со всякой фигней. Кто это? Драугер. Кто бы мог подумать. Уйди. Там кто-то еще орал, да. А ты еще откуда? Куда пошел? Нельзя. Да, улети. Отличный план. Уиу, красиво. О, стена. Это все и... какое-то нереальное, да? Да нет, вполне себе. И скелеты ходят. И драугры орут. А ты еще... Не надо в меня тут целиться. Готово. Ну да, готово. Пластины? У меня же есть... Бульт. Сирана, это не обязательно там стоять так долго. Здравствуйте. Кто? Драугр. Кстати, у меня же есть вот эти два спелла. Получи. То есть я сначала на них должен навесить это, а потом стрелять этим. Готово. Неплохо. Поджигать? Нет, я не могу. Зато могу так. Блин, я думал у меня... я думал у меня огненное дыхание. Ладно. Ну то есть постоянно не нужно его дебафать. Все? Больше ничего не умеешь. Но он все равно довольно быстро спадает. Вот эта с левой руки штука. О, а тут есть секретка. Тут нужно, ну вот здесь можно пропрыгать. Здесь тоже. А вот тут нужно кричать. Да и головой в стену вмазываться. Я могу отсюда стрелять по ним. Ну, мог бы, если бы я и видел. А, у меня есть... У меня есть вот эта фигня. Так, где они? А, блин, их я не вижу. Но попадать все равно могу. Так, а как мне спускаться? Вот так? А, тоже можно. Блин, Сирана, ты оставила бы мне. У меня спелл прикольный против этого. И что это за слово? Как это читается? Это бесплотие. Ну, в принципе, оно полезно против драконов, но у меня есть оберег. Так что для меня оно не так полезно. Тут кто-нибудь есть? Я слышу, что тут кто-нибудь есть. На! Это веселый спелл. Возможно, не самый эффективный, но веселый. Ну, хотя он довольно-таки эффективный. Окей, тут нужно пробежать с рывком. Сирана, Лидия, прощайте. Что тут у нас? Нажимные плиты, зашибись. Сирана, Лидия, вы как-то сделали? А ты еще откуда? Вы тоже кричать умеете? Кто там? Пауки просто... Ну, один паук просто спрыгнул на огонь и умер. Отличный план. Там кто-то ходит. Ха! Я вас нашел, но я косой. На!
Они меня найти не могут. Но это зрение у меня все так же появилось, потому что я вервольф. Как и ночное видение. Сирана Лидия, вы можете не ходить, я вам разрешаю. Будешь знать. Уиу. А это все? Ну, мы пришли. Конец испытания. Зачем? Ну, эпично и бессмысленно. У меня такой длинный щит. Он так странно выглядит. Не знаю, даже оставить его или нет. Ну, ладно. Рок Юргена... Что? Серьезно? Кто-то стырил мой рок. И убил Драугров. И сделал это через задний ход. Почему мне так нельзя было? Ну, зато лут не взял. Ну, хотя этот лут говно, так что я его понимаю. Ну, чтобы сейчас добраться до Солитьюда, нам нужно перейти через Драконий мост, который здесь. То есть сразу вот так или вот так я не смогу пройти. Разве что проплыть. И потом быстренько согреться. Что вполне себе возможно. Эх, вот если бы я отсюда смог забраться наверх как-нибудь. Если бы тут был проход, было бы вообще зачудительно. Но, насколько я помню, тут ничего нет. Ну тут есть лодки. Которые посреди речки тут. Ну или что это, залив, не знаю. Смогу ли я через них как-нибудь туда пробраться? Ну вон там есть лестница, я вижу. Если я использую стремительный рывок и сразу же ее активирую, то я, скорее всего, все равно промокну, да? Ну и сверху я смогу еще раз рывок сделать и уже на сушу. Ай, давайте попробуем. Давай. Окей, блин, я промок. Надо бежать. А, это чувак из мода, точно. И этот мод уже проходил. Так, где тут огонь? Можно огонь? Где-нибудь. Только не говорите, что тут никого, ни у кого нет костра, огня, я не знаю, внутрь зайти. Можно я погреюсь? О, можно? Да? Серьезно? Фу. Я не замерз. Успех. Здрасте, вы не против? Хорошо. Спасибо. Лидия. Лидия, не надо, что бы ты там ни делала, не надо. Окей, теперь я полностью сухой и могу снова мокнуть. Но теперь уже от дождя. Зашибись. Окей, Солитьюд. Что они делают с дядей Рогвером? Скажи им, что он не виноват. Не знаю, наградят его, наверное, я вон топор вижу. Я думаю, я лут продам между сериями, а пока что, пока у нас есть время, я хочу зайти в Синий дворец. Клянусь, из той пещеры так и струится невиданная магия. Странные шумы и странные огни. Нужно послать кого-нибудь туда. Тогда мы немедленно вышли. Я читала про мельницу Солитьюда, но не думала, Сирана, что она такая большая. Мельница? Мой хрустальный шар ничего там не показывает. Драконий мост под имперским контролем. Похоже, ерунда. Некоторые от любого шороха шарахаются. Возможно, все же следует отреагировать не так резко. А, конечно, ты прав. Фолк, скажи капитану Альдису, что я велела послать на Драконий мост еще несколько солдат. Спасибо, ярл Элисев. А что с пещерой? Я пошлю кого-нибудь в пещеру, Варни. Не беспокойся, можешь идти. Да, например, меня. Поспеши. У тебя дело при дворе? У меня мало времени на мирские дела. Ты имеешь в виду проблему с Драконьим мостом? Не буду врать. Я собирался просто спустить это дело на тормозах. Варни иногда собственной тени как пугается. Вы знаете,
поддерживаю. Если тебе захочется очистить пещеру, не сомневайся, я заплачу тебе за труды. Окей, договорились. Если будут вопросы, возвращайся ко мне. А что тогда можно? Так, есть какие-нибудь интересные спеллы? Ну давайте купим вот эту вот чуму, которая дамажит стамину. Звучит интересно. Ну и по сути, с начала нашего летсплея ни одного нового спелла не появилось. Поэтому я подозреваю, что за всеми хай-левельными спеллами мне нужно идти в коллегию Винтерхолда. Ну, придется. Хотя это совсем не по пути. Ладно, я думаю, на этом мы закончим. В следующей серии я решу, что делать с Сираной, и, наверное, проверю ту пещеру, о которой только что говорили. Ну а пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.